Покажи-ка. Я же просто даром это отдаю. Тебе это очень пригодится. Да, это правильный выбор. Это все? Еще увидимся. Всегда тебе рада, Эйвор. Эй, Эйвор! Приветствую! У тебя есть для меня зак? Один из наших поставщиков попросил разыскать кое-кого. Надеюсь, справишься. Смерть одного может принести. Я поставил на... Что предложишь сегодня? Береги себя. Мне пора в путь. Увидимся. Что ты видишь, Сюнин? Thank you.
тебя.
Господь благ. Все управит умело. Волки сыты и пальцы целы. Первый раз вижу такой инструмент у монашки. Я научилась играть на тагельхарпе в церкви. Играла за деньги, оставив Бога ради греха. Нас звали бардами, лучшими певцами в Лондоне. От наших песен и статуи плакали. Но, увы, Господь велел мне вернуться в церковь. Я звала с собой Исанну, но она предпочла кутить с сатаной. Музыка и кости сбили их с пути. Ее и Кинни Вульфа. Все мои беды из-за их разорительных кутежей. Так ты влезла в долги? Вот почему ты скрываешься. По-твоему, я просто прячусь под рясой от тех, кто сломает мне инструмент из-за жалких 50 монет? Я дам тебе 50 монет. Но я хочу услышать, как барды сыграют вместе. В последний раз. Ой, искушение, облаченное в искупление. Как хочется сыграть в кости. Может, так хочет Господь. Не в первый раз я слышу, как скальд поет сквозь слезы. Моя нежная Острид, она разлюбила меня. Мое перо высохло. С его клюва больше не слетают стихи. Разве ты слагаешь стихи лишь о любви? Конечно. Богу я их посвящала только в далеком детстве. Лишь от любви поет сердце. Лучшие стихи, говорят, рождаются в битве умов, а не в потоке любовных стенаний. Да? Я никогда не видала таких битв. Поведай мне о них. В честь крови и битвы немало стихов. Мы Одина славим, владыку богов. Прими же, высокий, тех, в ком страха нет. Отважных ждет пир в зале бога побед. Да, да, чувствую биение. Бой, бой! Вальгала! Нет, Одина зала! Дай мне перо! Я бы хотел послушать твои песни. Ты будешь их где-нибудь исполнять? Если заставлю скотину Кинни Вульфа помочь мне с размером. Но на выступлении я скажу спасибо и тебе. В чем дело?
были попраны этими псами власти. Справедливость победит, и все все узнают. Исана? Кит? Где же вы? Тебя, Бобби. Спасибо. А что это? Что происходит? Правда, спасибо огромное! Люди правда были попраны этими псами власти! Справедливость победи! Ты думаешь, тебя схватили несправедливо? Если любить не преступление, то да. Ибо больше я ни в чем не виновен. Я Финневульф из Бардов. Ясно. Так с чьей женой ты спал? Капитана Стражи, и трактирщицы Лук, и музы Исанны. Но кто я такой, чтобы лишать дам своего общества? Подлец и плохой друг. Может и так, но этот подлец готов сыграть чудесные песни ради свободы. Понимаешь? Я, Финневульф, избавлен от оков, но вечны узы моей благодарности. Воспользуйся свободой с умом. Помирись с друзьями и будь осторожнее. Исана, Кит и Финневульф. Все парды снова в сборе. Посмотрим, как их встретят люди. Творения и рядом не стояли с теми, что Исанна слагала прежде. Финневульф, ты чудо! Исана! Новые творения и рядом не стояли с теми, что Исанна слагала прежде. Финневульф, ты чудо! Исана!
творения и рядом не стояли с теми, что Исанна слагала прежде. Друзья, любимые, вы желали нам воссоединения, и Господь даровал нашему трио такую радость. А заодно и мне ниспослал новую музу, сердцем воина и глазами точно иней. Раз, два, три. Друзья и подруги, спешите сюда, пусть Один в Вальгале нас примет всегда.
Пожалуй, пока пойдет. Хотя ему далеко до трудов архитекторов Римской империи. Не нравится? Дело не в том. Не хватает римского духа. Нужно больше реликвий, статуй, Рима. Если вдруг найдешь какие-то реликвии римлян, принеси их мне. Мы еще сможем исправить положение. Сальве, Эйвор. Нас еще не представили. Меня зовут Октавиан Клавдий Британик. Я собираю реликвии римлян. Длинное имя. Если ты гадаешь, что за пользу я принесу поселению, достаточно вспомнить о величайшей в мире империи. О да, я видел руины. Весьма впечатляюще. Ну ты только представь их восстановленными! Тут я и пригожусь. Эйвор, ты когда-нибудь влюблялся? Чему это ты? Хочу понять, знакомо ли тебе чувство, когда сердце рвется из груди, заставляя преследовать недоступный объект вожделения. Испытывал ли ты горечь, которая переполняет при виде твоей любви в чужих объятиях? Мне эта боль знакома. И вызвал ее Максимус. Вы любовники? О, боги, нет! Нет-нет-нет. Максимус – пиявка, подлый змей. Не человек, а кровожадная гадюка. Он украл мою любовь. Идеально сохранившуюся статую легионера. Мою единственную страсть. Я слышал, что Максимус где-то рядом с Люнденом. Пленил мою любовь, разглядывает ее, трогает грязными лапами. Если найдешь его, передай низкий поклон. То есть плюнь ему в лицо и забери статую. Расскажи, чем ты тут занимаешься? Если найдешь где-нибудь реликвии римлян, приноси сюда. Я смогу их оценить, уж поверь, и оставлю себе. Держи, вот тебе еще реликвии. Посмотрим, что это. Прекрасно, чудесно. А вот и твоя награда. Принеси мне еще. Держи, вот тебе еще реликвии. Что это у тебя? Прекрасно, чудесно. А вот и твоя награда. Таких вещиц наверняка много. Мне пора. Удачи. Вали, Эйвор! Покажи мне все. Если найду хоть трещинку, эта статуя крайне хрупкая и стоит больше лачуги, в которой ты живешь.
Дорочина, это просто голый мужик. Этот маленький римлянин нужен моему другу, Октавиану из Люндона. Я догадываюсь, кто твой друг. Нет, Осберт не наложит свои грязные лапы на этот непревзойденный шедевр. Осберт? Как забавно. Да, Осберт. Имя, достойное неудачника. Он получит эту статуэтку лишь за гору серебра. Любишь римлян? Я тоже. Столько способов казни, распятия, сожжения заживо. Но в моем краю в ходу эйвор. Отрубают нос, сдирают кожу, вырывают зубы и оставляют тело воронам. Так какова цена? Для тебя бесплатно. Позволь, я принесу тебе. Нет, нет, нет! Отнесу статуэтку Осберту. Хороший мальчик. Октавиан, у меня есть кое-что интересное. Максимилиан велел кланяться. Что? Он просто отдал ее тебе? И как же этот негодяй смог с ней расстаться? Не спрашивай, я не солгу. Надеюсь, что ты доволен. И что мы оба больше с ним не встретимся. О, спасибо, Эйвор, спасибо. Мне пора, увидимся. Удачи в твоих странствиях, Эйвор!
пришло послание. Нордвик, у них не лучшие времена. Что? В чем дело? Финнер? Нет. Если ты не от Хальфдена, нет. Я пришел сам. Ищу Финнера, наместника, который должен посадить на трон короля. А тебе повезло. Я как раз нашел человека. Вот жду, пока он женится. И кто он? Знаешь, мне снился чудный сон. Я плыл по Хельхейму на огненном дракаре. Сны о смерти нередко предвещают смерть. О, какое было бы облегчение. И, кстати, на что тебе захолустный король? Даны отсюда напали на мой клан. Я хочу знать, почему и как не допустить новых набегов. А, это клан Руда. Убили прошлого монарха Этельстана. И нового, полагаю, ждет та же участь. Дан не может усмирить данов? Какой же ты наместник? Знать бы как, давно бы очистил от них наши земли. Клан Руда
кость в горле и для данов, и для саксов. Ты самый жалкий воин в этих краях, клянусь. Отвесь королю пинка и в бой. О да, пинок ему не помешает. Ему б хоть что-то, чтобы победить. А так, ни отваги, ни армии, ни характера. Если он хочет прожить подольше, ему нужна поддержка семьи невесты. Но и ее нет. Они презирают этого червя. И кто же твой король-червь? Озвальд из Альменхэма. До вторжений был советником короля Эдмунда. Последней саксонской знати, кто хоть что-то значит. Почему не короновать Дана? Ярл Хальфдан все сказал. Саксонский король и жена из данов. Это символ единения. Но Озвальд не из тех, за кем с улыбкой идут в бой. Он слаб, и даны ему не доверяют. Где он сейчас? Взгляну, подумаю, что можно сделать. Вы разминулись. Он отбыл в Эльменхэм. Снова хочет молить о мире. Езжай по дороге от Северных Врат. Может, догонишь.
тише, Сюнин. Не мы. Вы уже разоряли эти края и решили сделать это снова. Мы здесь живем, женщина. На нас тоже напали. Вы заняли эти земли силой. Я построил тут дом. Клан Руда напал и на нас. О, хорошо, когда у тебя есть дом. А мой сожгли много лет назад. Кстати, кто же это был? Не ссорьтесь. Даны или саксы, мы хотим одного — мира, чтобы возделывать землю и строить дома, не боясь клана Руда. Пока эти снова не нарушат этот мир. Вздор. Их дом теперь здесь. Так же, как наш. В будущее мы пойдем вместе, не порознь. А что с напавшими на нас данами? Что ты сделаешь с ними? Став королем, я... Став королем, я все исправлю. Быстрее, я стану крылатым троллем. Король должен быть строже с теми, кто мутит воду. Я еще не король. И слушаю людей, прежде чем решить, что сказать и как. Я Эйвор из клана Ворона. Ты Озвальд? Да. Ты ведь не хочешь убить меня? Убивать королей не в моих привычках. Знакомиться — другое дело. Я Озвальд, да. Сколько себя помню. Так что случилось, Озвальд? Сегодня утром на нас напали люди Дана Руда. Они грабят селения по всей Восточной Англии. И с каждым днем становится все наглее. Они знают, чьи это земли? Думаю, да, но им плевать. Разорение коснулось и моего дома. Не хочу, чтобы это повторилось. Похоже, все надежды возлагают на тебя. Став королем, ты сможешь объединить саксов и мирных данов. Пустяковое бремя, да? Бремя, достойное короля. Поехали, Эйвор. Обсудим мое туманное будущее по пути домой. Зачем тебе Вальменхэм? Подготовка к свадьбе. Я хочу заключить брак с женщиной из данов, Валдис. Она из рода Хальфдена. Что ж, удачный брак – залог надежного политического союза. В чем заминка? Заминка? У меня нет разрешения жениться. Ее братьям я не по нраву.